5 августа 2018 года отметил свое 70-летие лужанин Ишбала Абусаров, руководитель мусульманской общины Лужского района. В ходе праздника ему была вручена медаль «За духовное единение» под номером 576. Удостоверение медали подписал председатель Совета муфтиев Российской Федерации муфти-шейх Равиль Гайнуддин. Поздравить с 70-летием и поблагодарить за работу по созданию мусульманской общины в Лужском районе и ее взаимодействие с другими общественными организациями приехали руководитель аппарата Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Наталья Тамбиева, заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, представители правительства Ленинградской области и администрации Лужского района, Совета ветеранов Лужского района и другие почетные гости.